Приветствую всех любителей смешанных единоборств. Меня зовут Тарлан. Я основатель центра рукопашного боя «Леки-116». В нашем центре проводятся тренировки по таким видам спорта, как армейский рукопашный бой, боевое самбо, классический самбо, кудо, карате, тэквондо, грэпплинг и джиу-джитсу. В нашем клубе могут заниматься все желающие, начиная с 5 лет без ограничения возраста, как мальчики, так и девочки. И у нас есть группы для совсем взрослых ребят без ограничения возраста. Ждем вас в залах центра рукопашного боя «Леки-116». Приходите к нам заниматься.